Вновь на доске. Наш земляк Андрей Соболев продолжает коллекционировать медали. Новое пополнение – бронзовая награда Кубка Европы. Дисциплина, в которой принял участие наш земляк – гигантский слалом. Первым финишную черту пересек австриец, на втором месте – болгарин. Партнер по команде Андрея Соболева – чемпион сочинской олимпиады Вик Вайлд на 11-й строчке. О потерянном. Девушки из команды «Коммунальщик» проиграли первый матч в столице Татарстана. Финальный свисток застал команды при счете 4-1. Единственный мяч в ворота местного клуба «Динамо» Гипрония «Авиапром» провела Анастасия Мирошникова. У них 4 момента. Вот. Ну, 2 гола сами себе привезли. Но 3 момента были, 2 гола они забили. Мы должны были штук 12-15 забивать. Там и пустые ворота не попадало Мирошникова несколько раз. Но это у нас уже стабильно. Также с Волгодонском играли. Моментов кучу создаем, реализовать не можем. Этим поражением подопечные Владимира Кобзева серьезно осложнили себе задачу занять 4-е место. В эти минуты желто-зеленые играют последний матч сезона все там же в Казани. Ближайший конкурент за 4-ю позицию, волгодонская «Данчанка», начнет свою серию завтра. О реванше. Хоккейный «Алтай» попытается реабилитироваться в глазах болельщиков. Саранская «Мордовия» словно катком прошлась по хозяевам льда. Последние 2 встречи барнаульцы проиграли с общим счетом 11-2. Завтра новая серия, на этот раз с саратовским «Кристаллом юниором». Сейчас гости расположились на 7-й строчке таблицы. «Алтай» на 6-м месте в субботу и в воскресенье. Матчи начнутся в 17 часов ровно. Кирилл Политов, информационный канал «Город».